Престольный праздник отметил Одесский храм святого апостола Андрея Первозванного и новомучеников, и исповедников при Аграрном университете. История этой церкви неразрывно связана с трагическими судьбами тех, кого величала в этот день наша церковь. Подробнее смотрите в репортаже наших украинских коллег. В храме на Семинарской улице совершается божественная литургия. Не все одесситы знают происхождение названия этой улицы. А дело в том, что с 1903 по 1920 годы на перекрестке Семинарской и Канатной располагалась Одесская духовная семинария. В 1920-м большевики передали ее комплекс Одесскому сельскохозяйственному институту. В 2006 году стараниями митрополита Одесского и Измаильского Агафангела церкви была возвращена часть здания, в которой находится храм в честь святого апостола Андрея Первозванного и освящен предел в честь новомучеников и исповедников земли русской. Потому что именно из этих стен вышли десятки пастырей и церковнослужителей, пострадавших от безбожной власти, умерших в сталинских лагерях и расстрелянных. Так в собор одесских святых входит священномученик Антоний Панкеев, епископ Белгородский. В миру Василий родился в Херсонской губернии в семье священника. В 1912 году окончил Одесскую духовную семинарию. Учился именно в этом здании, куда и вернулся в 1917 году уже преподавать. До возвращения в Одессу был монашеский постриг и пастырское служение в походах церкви санитарного отряда на фронтах Первой мировой войны. За особые заслуги под неприятельскими выстрелами, оказанные иеромонахом, монах Антоний был удостоен ордена святой Анны третьей степени. После прихода советской власти подавлением был хиротонисан в обновленческого викария Одесской епархии, но уже через год принес покаяние, вернулся в лоно истинной церкви. И в 1924 году патриарх Тихон возглавил его архиерейскую хиротонию во епископа Мариупольского. Так начался путь архиерея-мученика, сходный с долями десятка владык, которые не отступили от Христа и остались со своей паствой. Сейчас по нравственности, к сожалению, не только не превосходим тех людей, а наоборот, гораздо хуже них. Потому что нам, так же, как и им, присущи жестокость, корыстолюбие, самолюбие. Из-за этого люди думают больше о сиюминутном чем-то, не думают о вечном. Если мы будем так же делать, у нас ждет очень незавидное будущее, незавидный конец. Если же мы будем в первую очередь думать о покаянии, христиане, по крайней мере, то, конечно же, и Господь, может быть, продлит дни какого-то благоденствия, мира, и даст нам хороших и правителей, и даст в церкви благоденствие и мир. Дай Бог, чтобы так было. Через два года после архиерейской хиротонии владыку Антония арестовали и приговорили к 3 годам заключения в Соловейском лагере. После этого ссылка на 3 года в Сибирь. В Енисейке владыка работал как простой ссыльный и собирал средства для семей репрессированных священнослужителей, а также проводил богослужения, чем отвлекал колхозников от работ, как указано в доносах. После ссылки был назначен на Белгородскую кафедру, и там в Белгороде в 1935-м новый арест и приговор 10 лет лишения свободы в лагере на Дальнем Востоке. В Даллаге заключенный епископ Белгородский Антоний сплотил духовенство и совершал литургии. Монах не может не молиться, священник не может не служить. В 1938 приговор 10 лет лишения свободы был заменен на короткий расстрелять.